16 октября 1981 года в городе Ангелов была основана группа Металлика. А мы продолжаем наше виртуальное путешествие по блогам, сайтам и пабликам Алтая. Это «Иные новости». Ну, выдохнули. Газопровод в Китай в ближайшее время через территорию обоих Алтаев не пройдет. Так называемый западный маршрут в Поднебесную отложен на неопределенное время. Об этом с каким-то злорадством пишут разные интернет-СМИ, в том числе и портал «Хан Алтай». А на сайте «Автографа» фотоотчет с презентацией нового сезона нашего канала. Много лиц и работников наших новостей и приглашенных. Все веселые и довольные. Новый сезон должен получиться на славу. На YouTube уникальное видео с фотоловушек в Сайлюгемском национальном парке. Эта птичка называется Улар, и шансов увидеть ее как-нибудь иначе, кроме как с помощью такой скрытой камеры и нашей программы, у вас нет. Продолжим наше интернет-путешествие уже завтра. Всем привет!